Сегодня 8 мая, а уже завтра великий праздник для нашей страны. И все мы можем сплотиться в память о наших предках в акции «Поем двором» под эгидой проекта «Окно Победы». В 12 часов мы можем открыть окна, благо погода позволяет, и исполнить песню «День Победы» Давида Тухманова. Открыв свое окно, мы станем единым целым в память о героях. Жители Нижневартовского района уже активно участвуют в инициативе «Песни Великой Победы». В телеэфире жители из всех поселений исполнят любимые композиции военного времени. Конечно, это великое наследие современных поколений. Каждый участник снял заранее, а 9 мая песни будут звучать и в социальных сетях. По словам организаторов, в адрес акции поступило более двух десятков видеоисполнений.